Стали известны последствия последние переговоры экипажа разбившегося в Ростове-на-Дону пассажирского самолета авиакомпании Fly Dubai. На борту авиалайнера сохранялась штатная ситуация до тех пор, пока командир не отключил автопилот. После этого воздушное судно начало резко терять высоту. Один из пилотов в кабине сказал: «Не волнуйся, тяни». Второй попытался вывести самолет в горизонтальное положение, однако включился стабилизатор. В этом режиме руль высоты не имеет никакой эффективности, и на штурвал самолет не реагирует. За несколько секунд до падения из кабины слышался громкий крик. Напомню, Boeing 737 потерпел крушение в аэропорту Ростова-на-Дону в ночь на 19 марта. Погибли все 62 человека, находившиеся на борту.